Многодетных матерей Восточно-Казахстанской области призывают быть активнее. По распоряжению акима региона теперь в составе комиссии по распределению адресной социальной помощи обязательно должны быть сами многодетные родительницы. Подробности в следующем материале. Сегодня на областном заседании жилищной комиссии по адресной социальной помощи главные не чиновники, а многодетные матери. На их вовлечение в работу во всех сферах, включая социальную и бизнес-процессы, настоял аким региона Даниял Ахметов. В ходе селекторного совещания он не просто выслушал отчеты акимов районов и городов, но беседовал с самими женщинами. Поскольку мы живем в эпоху цифровизации, я обращаюсь ко всем многодетным семьям, у которых есть дети. Если они имеют проблемы вот с тем, о чем мы говорим, пожалуйста, в Фейсбуке есть мой адрес, обращайтесь, в Инстаграме, на каждую мы будем работать. Тем более, это для меня важно, я в очередной раз прошу со своих подчиненных, как это выполняется. Всего в Восточно-Казахстанской области порядка 27 тысяч многодетных семей. 230 из них обеспечили жильем. Кроме того, школьники получают бесплатное горячее питание. Абитуриенты в приоритете при поступлении в учебные заведения. По поводу жилья, очень хорошая ситуация по области. Сегодня сами многодетные мамы, находясь в составе комиссии, говорили о том, что они довольны. Они сами присутствовали на объектах. Видели, в каком состоянии находится предоставляемый им выбор и на данный момент уже выбранное жилье. Дома, по словам матерей, находятся в хорошем состоянии. В завершении заседания Даниял Ахметов поручил акимам решить вопросы кредитования многодетных и малоимущих семей с учетом дохода на каждую семью, проконтролировать выделение и получение грантов на обучение и провести оценку потребностей. Индира Какимова, Кирилл Ефремов, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.